Явились вездеходы Грачёва, наша надежда и гордость, наша победа. Зависит от таких людей. И первая же машина дала потрясающие результаты. По проходимости колесный вездеход сразу же оставил далеко позади гусеничную технику. Окрыленные успехом, конструкторы СКБ делают новую машину ЗИЛ-135Л. Впервые в мире в изготовлении корпуса Грачев применяет пластик, что позволяет машине перевозить груз, равный собственному весу, более 9 тонн. Теперь военным стало очевидно, что Грачев справиться с любыми, самыми сложными, почти невыполнимыми задачами. К тому же в СКБ работали слаженно и чрезвычайно быстро. Так, например, снегоход ЗИЛ-167 с его высокими, буквально запредельными показателями проходимости был изготовлен в рекордно короткие сроки, от заказа до испытания всего 1,5 месяца. Реактивный двигатель самолета, поставленный на машину, давал возможность вырваться на самый крутой берег. Самолетное шасси позволяло вездеходу с тяжелейшим грузом маневрировать самым необычным образом. А с помощью гребных винтов машина способна плыть подобно кораблю, выдерживать пятибальный шторм, уверенно выходить из воды на любой берег. Вот уже 50 лет эта амфибия держит мировой рекорд скорости среди плавающих машин. И удивительно, что за их машинами охотились. В 1961 год, 8 ноября. Из срочного донесения агента западной разведки. Русские впервые продемонстрировали новый уникальный ракетоносец ЗИЛ-135К. Аналогов которому в мире не существует. Машина принята на вооружение. Предположительно... Ракетоносцы Грачёва мы испытывали гордость, а они – зависть. Шли годы, проходили десятилетия, менялись вожди, а идеи Грачёва продолжали работать. По ним создавались и до сих пор создаются новые машины.